Так, ребята, это блицушки. Какие блицушки? Это минутки. Веселые минутки. Ты сам говоришь, сам себя привыкаешь. Нет, на самом деле мы, как выяснилось, это крепкий мастер Фиде в возрасте 60 с лишним лет. Очень крепкий, учитывая, что 60. Не знаю насчет его крепости, а вот насчет того, что... Быстрый, быстрый, ребята. Он хорошо играет, это точно. Конь c4 не сыграл, хотя мог. Ладья c8 убивает. Не надо спешить. Бить всегда успеешь. Слон на... О. Не надо спешить. Я понял, ферзь... Ну, видишь, он не дает ферзь e5. Он не дает, слава богу. Почему не ладья c3? Что-что? Ладья c3 был ход. Очень не отвлекай меня. Не было никакого хода. Ты все врешь, наши зрители тебя... Наши зрители подтвердят, что там не было никакого хода. Наши зрители тебя не простят. Что такое? Непробиваемый, а какой-то конь непробиваемый. Ты решил убрать до доски, да? Я не знаю, зачем он эту пешку двинул. Ты у него лично слабый король. Так. Лесенка. Нужно на мат нападать. Нельзя брать, да? Мат. А, да, все, доигрался, по-моему. Нет. Флажок. Что это? О, комбинация. Комбинация тысяченетия. Ну, кстати, для пули неплохая. Все, пешки, иди в ферзи. Побыстрее, пожалуйста. У-у-у. Успеешь? Нет, я думаю. Можешь даже не пытаться. Алло? Да, Никита, чуть-чуть подлагнул у нас. Успеешь или нет? Да нет, нет. Точно? Точно. Ой, ну у меня еще в конце лагало сильно, я мышкой не попадал по полям. Ничего. Ну ничего, комбинация была очень красивая с ферзь b2, мне нравится. Ты-то нашел за долю секунды. Вот именно, что не за долю. Нашел бы за долю, выиграл бы. А я искал секунды две. Конь d5 сейчас было бы гениально. Я не знаю, у меня что-то там фигуры стали липнуть. Знаешь? Никита, а у тебя часто обновляется? Что обновляется? Симка. Трафик. Не знаю, ты о чем? Ну у тебя же симка. Да-да. Ну да-да, ты переведи на русский, что ты сказал. Ну трафик часто обновляется. Что значит обновляется трафик? Ну восстанавливается. Каждый месяц? Ну, а ну у меня даже если я перебрал лимит, у меня не выруб... у меня скорость падает просто. Ну я понял, а насколько? Ну, так у нас по факту так это 20, а так ну будет 2, наверное, не знаю. Таблица так... жилетно хватает. Почему не конь c2? Ты хотел пешку выиграть? Да, кстати, подлаги этим вивер чуть-чуть. Не чуть-чуть, а очень неприятно для пули. Зачем менять ферзей? Ну объясни. Ну, потому что я уже много съел материала. Теперь надо просто не зевнуть ничего. А не зевнуть легче без ферзей. А вот он это понимает, и он пытается заставить меня зевнуть. Пешку веди просто, бей, и все. Победа будет за нами. Да не будет никакой победы. Видишь, он пристал к этим королю теперь. Поэтому надо менять ферзей всегда. Это печальная тенденция. Ну, ладья, ферзь c1. Ну, почему не ферзь c1? Все, не, уже нельзя. Да даже можно было ферзь c1, или нельзя было? Короче, не отвлекай меня. Ты видишь, времени мало. Ну, зачем ты ладью отдал? Так, а ты? Ну это я не зевнул, это у меня опять мышка сглючила. Я понял. Но руби флаг. Ему невозможно срубить флаг. Ну можно. У меня, по крайней мере, не мне. Шахи же, шахи есть. Ну были же шахи. Все, срубил. Все возможно. Невидимо. 10-4. Ну, он хорошо играет. Ну, я еще все проблемы собрал просто. Которые возможно. Собрать в пули, я их все забрал. Вот, e5, вот это да, вот это по-нашему. c5 пойдет, и по-нашему все закончится. Почему то, что ты называешь по-нашему, это обычно плохие ходы. Только сделал плохой ход, тебе он нравится сразу. Отличный ход.
Ну опять нужно поменять оладьи. Зачем? Почему слоном, а не конем? Меньше народа, больше кислорода. Это вообще правило всех, знаешь кого? Нет. Я бы тебе сказал кого. Алкоголиков. Твой знак, слушай. Мой? Ты... Не страшно? Страшно? Ну что ж поделаешь? О, что за комбинация? Комбинация тысячелетия. Это зевок ферзя был? А, да. Где кнопка? Где кнопка? Да, большая красная кнопка. Ты забыл, где она находится? Что-то у меня мышка не лежит. Надо сейчас попытаться. Я, видишь, я не могу серию выдавать почему-то. Знаешь? Если ты сейчас видишь мой TeamViewer, он ну как будто я не попадаю в центр клетки, за это время теряется. Ты Я знаешь не знаю, понимаешь, о поговорку, чем я говорю? Никит? Нет, не знаю. Я же не слышу, что ты говоришь. Интернет подлагивает. А, ты знаешь поговорку плохому танцору? Да. Ну, делай вывод. Ну а ему туда что мешает? Ему 56 лет. Или 65, сколько там? Возможно, да, ты прав. Вот, вот она пошла. Конь на H5, это машина. Опять никто никуда не пошел. Где ты видишь атаку, когда ее нет нигде? Ну, конь H5 же. И что? Ну, конь Мне в крутой. жизнь не ударил за тебя. Хотя это, не, как раз, это меня решает все атаки до конца партии, на самом деле. Согласен. Вот теперь конь просто урод. Да нет, ну, не на самом деле надо было действительно на атаку играть, а не на выигрыш материала. Сейчас такую позицию держать с таким временем как-то мне противно. Поплохело, да, тебе? Да. Не, мне тут совсем... Ну, король H1, Никита, быстрее. Мне тут совсем поплохело. Конь Е2 будет. Ну и что делать? Пойдешь в ферзь B7, ой, ферзь B2. Ну, и он слон Д2, и он проведет ферзя, продавит. Опять ты скутался, да? Да. Сейчас пройдем, попытаюсь. В общем, не знаю, такое ощущение, что... Видишь, куда-то он между c5 и b5 ставит. Я ничего не могу сделать с этим. Куда ты все коня ставишь на D5? Ну, я ожидаю e5 хода. Все играют e5 просто. Это дед, он не играет на E5. Ферзь D7. Все, мат. Все играют e5. Хоть деды, хоть не деды. Все, идем Какой ставить мат, мат. блин. Смотри, есть Ну идея. нет, не говори ничего про мат. Если начинаешь говорить про мат, я сразу... Ты знаешь, что скутываюсь. Когда ты говоришь про мат, обычно его и в помине нигде нет. Вообще же намека на мат нет. Почему? Конь G4, конь G... Ой, конь G5, конь G5, HG. И все. Ну Все. нет. Где мат? Получилось редкостное говнище с мощнейшим слоном. Слона сейчас поменяют, это не проблема. Но редкостное говнище-то останется, Никит. Ну вот говнище останется, да. Согласен. Почему ты не захотел О, конь, конечно, на F8. Зверь. Зверь, ребята. Ну нужно же было бить. Он на B3 зевнуто. Ничего не зевнуто, там не зевает. Практически. Конь На, H4 угроза. молодец, отошел опять. У меня хотя бы какие-то поля появились для фигур. Мы взяли. Шли. Не дал ладья 2. Да. Мне это, знаешь, что напоминает? Помнишь, Никита, мы с тобой играли в 1-3? Да, и Когда чё? там угадываешь ходы соперника, чтобы... На этом вся пуля строится, на самом деле. Ну, 1-3 в большей степени, конечно. Но вся пуля на этом строится. 1-3 это, конечно, жуткий контроль. Ну, давай последний в этом ролике. Ну, давай. Так. Не в три, поехали. Ну, Яичница. 12-6 это будет эпично. О, что это такое? Ну, это гамбит Гельмана, или как он там называется. Гамбит Гельмана? Да. Гамбит Васи Боришина. Он, кстати, не очень любит гамбиты, судя по тому, как он их разыгрывает. Кто, Вася? Мой соперник. Может быть, это наш шанс. Вот, Е6, ну...
Ну все, Никита, отличная позиция. Да, Ферзь я... h5, ферзь h5. Да его ход, успокойся. Ну ферзь h5. Пошел ферзь h5, ну все, да. Так почему не конь... Ой, не ферзь f7. И что было бы? Ну, Нашел бы. ты играй давай в шахматы. Ну и так все съели. Не знаю, ладно, не буду есть пока ладью. Вот видишь, ты взял с меня пример. Я тоже в последнем туре не ел ладью. Угу. Именно с тебя я тут пример взял, конечно. Почему ты не захотел ферзя выиграть? Потому что так он под матом. Ладью одну съел, по-прежнему под матом. Ладно, вернул ферзя. Я знаю исход этой партии. Размен ферзей. Тебе срубят флаг. Нет, мне его не срубят. Это шансов никаких нет, что мне его срубят в этой позиции. Лишний слон. Бесплатный. Все по беленьким, он выстрелил, смотри как. Очень технично. Просто обычно без слона это не спасает. Ну вот видишь, он пошел за пешечками. Ох ты, h4, как мощно нанес. А что толку? Абсолютно ничего. Мат следующим ходом. Все.